Дорогие друзья, вот у нас вот такой вот листопад, уже осенний. Нахожусь на Цинандальской улице, вот даже на машинах, посмотрите, вот здесь вот листья зеленые. На Цинандальской улице, рядом с метро 300 Арагвинцев, остановил машину и сейчас хочу спуститься вниз к метро и по дороге купить горячий, вкусный, ароматный грузинский хлеб. Аптеки, здесь тоже небольшие пекарни, как вы знаете, здесь вот вуз, СЭУ называется, Сакартвело Сыроунули университет, Грузинский национальный университет, несколько таких многоэтажек, еще строятся корпуса, здесь учатся много иностранных студентов, и вот этот дом, который тоже много лет не могли достроить, он тоже как-то уже в стадии завершения. Много-много лет назад, еще в начале нулевых, его начали строить. Там все это было окутано какими-то тайнами. Потом сказали, что владелец этого дома, тот, кто начал строить, он скончался где-то за пределами Грузии. В общем, страшные какие-то истории были. Потом этот дом частично обрушился изнутри, потому что не очень плотно и не очень прочно все это было построено в свое время. Ну а потом, видно, кто-то это перекупил, скупил, и теперь завершает строительство. Ну, сейчас вот я спущусь к станции метро 300 Арагвинцев для того, чтобы вот подойти к небольшой пекарне, которая здесь расположена. Здесь много магазинов, всяких мелочей, где можно сделать такие нужные приобретения. Вот сейчас спустимся к хлебному. Вот видите, здесь такая у них замечательная пекарня, но что-то уже хлеба у них нет. Ур я гара гафт. Ага, ну садитесь. А их даблер уори? Рогор? Рогор? Что она говорит, не слышно. Рогори, а, если это я. Прям не цели, я. Ага. Момент, это мы. Возьмем такой хлеб. Не страшно, по-моему.